Ирина Якимова вошла в список 15 лучших воспитателей страны. Ранее ее проект «Детская журналистика» одержал победу в окружном этапе конкурса «Педагог года Югры-2020». Церемония награждения состоялась в Перми, а по возвращению в Нефтеюганск воспитателя отметил и глава города. Сергей Дегтярев вручил лауреату конкурса благодарственное письмо, пожелав всему коллективу детского сада номер 26 новых профессиональных побед.